Идет по свету странник, без виз и паспортов. Ни гопник, ни карманник, но молод и здоров. В руках его гитара, в карманах ни гроша. В тумане перегара летит его душа и поет такую песню: кто ты, мое тело, кто ты, за какую цену ты живешь и что ты ищешь? Годы утекают, годы капают проценты за кредит воды и пищи. Лапай, лапарабарапапай, лапарабарапапай, лапарабарапай, лапапай, лапай, лапарабарапапай, лапарабарапапай, лапарабарапай. Живут его отрады в высоких теремах, ему там вроде рады, а все одно тюрьма. Летают птицы тройки, снежок в лицо метет, попойки, перестройки, а он себе идет и поет такую песню: кто я не знаю, кто я, за какую цену нынче правда продается. Кое, что я видел, кое, что я понял ценно, лишь любовь одна, кто любит, тот спасется. Лапай, лабарабарапапай, лабарабарапапай, лабарабарапай, лапай, лабарабарапапай, лабарабарапапай, лабарабарапай. Он странничал в Тибете, он был в Караганде, ходил по всей планете, а оказался где? А вот здесь тоже есть небольшая история, которая начинается именно с этого места. У этой песни есть продолжение, которое я иногда пою, а иногда нет. Продолжение такое. Очень мне запомнился случай в городе Иваново. Там был концерт в каком-то кабачке. Вот, я пою эту песню, и тогда ее всегда пел с этим продолжением. Значит, пою. Что там у нас было-то? Оказался где? Вот. Стоит, себе не веря, стучится, как во сне. Она открыла двери, и он остался с ней. Это Иваново. И такой из-за какого-то столика такой голос женский: молодец! Лапай, лапарапапай, 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 лапай, лапарапапай, лапарапапай,